Слава Ра. Ты ведь из Фив идешь, верно? Тебя фараон сюда послал? А, неважно. Мне необходима твоя помощь. Меня зовут Риеш. Я отвечаю за восстановление храма. Утром мы, как всегда, взялись за работу, и тут на нас кто-то напал. Верно, расхитители гробниц. Думали, будет чем поживиться. Что за безумие? Просто бред. Прошу, если в сердце твоем еще жива доброта, войди в храм и убей этих дикарей. Ради Фив, ради фараона и ради богов. Да, что там с расхитителями гробниц? Да, что там с расхитителями гробниц? Ah!
Thank you.
От Гаксона. Run!
знать хочу. Yeah.
Что? Не надо меня отвлекать ни по делу. А не то мы этот храм до следующего года в кучу не соберем. Вот бы строить для фараона новый храм в Карнаке. Здорово было бы, правда? Но нет, меня отправили сюда. Вот бы строить... Ты не можешь поднять больше. Thank you.
Ты не можешь нести больше. Взгляни на мои товары, дружище. Наверняка что-то приглянется. Прощай. Смотри, не потеряйся в пустыне. Ты хочешь оставить здесь что-нибудь? Взгляни на мои товары, дружище. Наверняка что-то приглянется. Прощай. Они мертвы. Смотри, не знаю, как тебе благодарить. Может, кто-то сумел сбежать? Нет, молчи. Я читаю ответ в твоем взгляде. Будь прокляты эти преступники. У тебя в долгу все наше царство. Вот, прими от меня небольшой дар. А теперь прошу меня извинить. Надо оценить нанесенный ущерб. Они
Они мертвы. Не знаю, как тебя и благодарить. Может, кто-то сумел сбежать? Нет, мам. Thank you.
Ты не можешь это нести. Я могу посторожить твои вещи. До свидания. Ты хочешь оставить здесь что-нибудь? Топоры, кинжалы, мечи. У меня есть все. Сражайся храбро. Thank you.
В самом начале правления Аменхотепа IV фараон задумался, почему существует так мало мест, где почитают Атона, солнечный диск. Аменхотеп приказал построить храмы по всей стране. Величайшим из них был дом Атона в Фивах. Поначалу людям не показалось это странным, ведь фараоны зачастую приказывали возводить новые здания. Но затем Аменхотеп перестал чтить всех других богов и сменил свое имя на Эхнатон, объявил себя приверженцем Амона и основал новую столицу Амарну. Жители начали волноваться. Эхнатон разрушил храмы других богов и уничтожил все упоминания о них везде, где только смог найти. Но его усилия пошли прахом. После смерти фараона люди вернулись к старым традициям. Даже его сын сменил свое имя с Тутанхатона на Тутанхамона. Да здравствует фараон! Thank you.
солнце, ты! Так-так, посмотрите, каково ветры занесли в мои владения! Я знаю, зачем ты здесь, убийца титанов! Но уже слишком поздно! 10 солнца чистят эти земли опаляющим светом, как следует... силы. Но это не важно. Я знаю, зачем ты здесь. И уже поздно. Сфера короля драконов. Ты здесь ради нее, верно? Но все впустую. Она уже у Эхнатона. Да, все верно. 10 солнц рассказали мне они. И о том, что ее сила воскресит моего повелителя. И потому я украл сферу. Прямо сейчас он марширует к Фивам вместе со своей армией нежити. Убийцы титанов, он станет поборником солнца. Это прекрасно, верно? После смерти он наконец-то обретет славу, которую заслужил. Славься, Атон! Да! Славься!
человек, ради богов, останови моего мужа Эхнатона. Он совершенно потерял разум и вернул меня из царства Осириса, а ведь я его об этом не просила. Прошу, человек, верни его куда положено, чтобы мы наконец-то обрели покой. Пожалуйста, человек, ради богов, останови моего мужа Эхнатона. Он совершенно потерял разум. Вперед! Thank you.
не можешь это нести. Лучшие товары. Прямиком из Фив. Благослови тебя, Ра. Thank you.
Yeah.